Ми ось так нелегким якимось стоп-кадром повертаємося до вас, тому що поспішаємо поспілкуватися і з нашими гостями, які завітали до студії. Це Катерина Мірзоян, хормейстер, лауреат міжнародного вокально-хорового конкурсу імені Шаляпіна, та Артем Свистун, художній керівник міського молодіжного народного театру СУК. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Дякуємо, що сьогодні зранку завітали. Тим паче, бачимо, афішка є. Це означає, що робота кипить, щось готується. Що саме розкажете ви нам більш детально? Ну, я хочу сказати, що у нас сьогодні праздник. 15 лет. 15 апреля молодежному народному театру «Стук». И ну, как бы мы долго думали, готовились, что же показать, какую премьеру показать для наших зрителей. И 27 апреля у нас состоится премьера прекрасного мюзикла, феерии «Алые паруса». Это хорошая история, хороший рассказ, хорошая легенда. А самое главное, что хочется сказать нашим зрителям, это верьте в мечту. Мечтать – это очень полезно. И самое главное в нашей серости буднях должна оставаться вот эта искорка надежды, что приплывет корабль с алыми парусами и сбудутся все желания. Наши постоянные глядачи помнят, как мы тут в прямом эфире на вколишках просили быть Греем и Асолева, никак. Ну, собственно, с мечты начался наш проект, да, Артём? Мы мечтали-мечтали и домечтались до того, чтобы поставить мюзикл-феерию. И Артём Александрович обратился в Жовнево администрацию, в сектор культуры. Мы с большим удовольствием согласились даже не помочь, а посотрудничать, потому что такие проекты единичны пока в нашем городе. Я надеюсь, что перспектива у нас большая, не только у нас, а у всех творческих коллективов нашего города. И вот мы домечтались до такого. И мы счастливы, мы рады, потому что это такое детище, это то, что нашу мечту воплощает в жизнь, да? Да, абсолютно. Хотелось бы узнать, вот сегодня, конечно же, 15 лет, небольшая отсрочка будет, скажем так, в праздновании, потому что будет поездка. Да. Какая именно, хотелось бы тоже узнать. Ну, хотел сказать, что мы почему как бы перенесли дату празднования, потому что буквально вот послезавтра мы уезжаем в Беларусь, в город Барановичи, Брестская область. Нашим зрителям хочу проанонсировать, вы в новом дне будете видеть обращение к Инне, она будет целую неделю одна. Залишаются меня, разумеете, еду на гастроли. Ну вот, да, мы... Я не почивать. Оказывается так, что мы половина города забираем с собой в эту делегацию, потому что у нас, как говорится, самые творческие, интересные люди. Мы отправляемся в Беларусь и представляем спектакль «Джази не только девушки», который очень часто мы показывали для николаевского зрителя. Мы лауреаты Гран-при Всеукраинского фестиваля. Ну, сейчас хочется показать свое творчество на международном уровне. И самое интересное, что наша работа прошла из 60 конкурсных. Мы будем представлять Украину, молодежный театр, и будем общаться с представителями из 7 стран. И самое главное, маленький секрет приоткрою, мы хотим пригласить к нам Николаев как можно больше коллективов, чтобы посмотреть театральное творчество Европы. Вот. Ну, это будет уже летом, это будет новый проект, школа театрон, летняя театральная. Ну, Чёрт, заради такой благородной справы, Вичу, навіть не шкода тебе відправити. Бре, кролика якогось підопитного, не шкода тебе, хай їдять. Все ж таки повертаємося до «Алих парусов». Хотілося б дізнатися, що іще цікаво буде чекати на глядачів, які звітають. Ми афішу можемо зараз показати нашим телеглядачам і проанонсувати, що сьогодні розіграємо два білетки, правильно? Тому телеглядачі мають можливість зателефонувати до нашої студії, отримати два білети. Телефонуйте, дорогі друзі. А номери ви бачите на екрані 0512, код міста Миколаєва. Отож, що цікаво буде? Ну, я хочу сказати, що, прежде всего, лібретто написала Людмила Аспадова, вона завліт театру «Стук», дуже хороший творчий чоловік, как бы дуже яркий чоловік. Людочка презентує как бы, даже своє творчество именно по Грину, но ми хотіли показати хорошу, ярку, світлу мечту, тому що серості, будні вистачає в житті у нас, і Грін писав багато вещи, многие жестокие вещи, да, которые творятся в мире. Ну, как бы мы хотим, что люди устали. Гимн мечте будет. Да, да, да. Что-то типа того. Вот. Ну и самое главное, хотел сказать, что отметить огромное слово благодарности Ирине Пак, которая с любезностью тоже участвует в этом проекте. Это совместный проект. То есть будет шикарно, будет заполнена сцена по максимуму. И детско-юношеский театр танца «Ритмы планеты». Это два коллектива будут показывать вот этот проект на сцене Николаевского академического художественного русского драматического театра. Когда мы готовились к проекту, мы смотрели не только на актуальность либретто, не только на актуальность темы, мы также обращали внимание на то, чтобы на сцене происходило действие в движении,
в красках, в эмоциях, чтобы это был непрерывный поток такой вот информации, которую мы не можем получить в жизни. И я думаю, что люди, которые будут на сцене, а это и аматоры, и профессионалы, и народные, и заслуженные, да. Вот, я думаю, что вот такой конгломерат составит нечто вот, что-то наподобие мечты нашего города. И мне очень приятно отметить, что наш проект, это произведение, оно еще не только показательно, сценически показательно, оно еще глубоко духовно, потому что мы в этом произведении связали, это произведение связали с духовностью через Святого Николая. Угу. Как мы знаем, Святой Николай – покровитель мореплавающих, а Алые паруса как никто ближе к этой теме. И у нас в спектакле будет молитва святителю Николаю за наш город, за всех мореплавателей, за то, чтобы и у нас в городе, и в нашей стране, и у каждого из нас все было хорошо. Ну и очень хотелось бы отметить, что музыка Максима Дунаевского, который написал это произведение, это потрясающее исполнение, потрясающая музыка, потрясающий праздник. Хотел бы узнать еще, вот, точнее проанонсировать хотелось бы, в Николаеве будет несколько раз показываться «Алые паруса», где еще, в каких-то нестандартных местах, ну, непривычных для зрителей. Правильно подметили, да. Ну, классическая премьера состоится на сценической площадке Русского драматического театра. Но у нас есть День Святого Николая Летнего, 22 мая, и мы решили показать этот праздник прямо на площади. Вот площадные театры, возвращаемся к этой истории, и хотим для всех жителей города Николаева также показать этот прекрасный спектакль. И 1 июня, День защиты детей, да, у нас есть прекрасный, уникальный парусник с алыми парусами в центре города. Мы также хотим в детском городке «Сказка» с Юрием Любаровым, мы уже договорились, что 1 июня для всех жителей города Николаева, для деток, будет тоже подниматься алые паруса. Вот, отлично. А хотелось бы, знаю опять-таки, что Екатерина просто большую лепту сделала для этого проекта, потому что именно отбор и, скажем так, с вокалистами работа, это на ее плечах, правильно? Да. Как с вокалистами работать? Я бы так громко прям не говорила, я сделала ту работу, которую... Это моя профессия, это то, что я делаю, собственно, должна делать, да? Но на самом деле было столько ребят хороших, пришли на прослушивание. Не столько вокальные данные нас интересовали, хотя это стояло на первом месте, сколько то, как человек может свои эмоции, свои переживания, свои чувства выразить через вокал. Mm-hmm. Вот это было для нас очень важно, потому что, ну, будем смотреть правде в глаза, у нас не все профессионалы. И наша задача показать не очень высокий уровень профессионализма, хотя мы к этому стремимся, как можем, а наша задача зажечь в каждом мечту, подарить мечту, убедить, что мечта – это реально. И вот дети, которых мы отобрали, которые будут исполнять главные роли, это те ребята, которые, я думаю, имеют в жизни мечту и знают, как ее воплотить в жизнь, и которые умеют передать это все со сцены способами творчества и своего таланта. Ну, Екатерина немножко скромничает. Я просто был на репетициях, я смотрел эти процессы как бы подготовки. Поверьте, вот ребята, которые вообще как бы не умели петь, пришли на хоровое прослушивание, да, и я смотрю, в конце уже есть результат. Они сами с большими глазами, как у креветки, смотрят, а что мы, оказывается, умеем петь. Ну, знаете, это такое чудо, когда ты знаешь и умеешь, как из человека вытянуть то, что у него есть, он даже об этом не подозревает. Поэтому, если у вас есть желание петь, приходите, мы всегда вам рады. Я хочу сказать, что запали ты мрію, мы можем зараз, точнее, вдовольнити мрію нашего телеглядача, який зателефонував до студии. Доброго ранку, мы вас вітаємо. Доброе утро. Доброе утро. Представьтесь, будь ласка. Меня зовут Лена. Очень рада вас видеть в прямом эфире. Очень хочу к вам на премьеру. Вот так, чудово. Отримуєте два квиточки. А чи ходили вже на якісь вистави «Стука»? Еще нет. Будет вот премьера у меня тоже. Вот так, чудово. Будем рады видеть. Ну что ж, залишайтеся спасибо на линии, залишайте номер телефона, чтобы мы могли сконтактуватися и передать вам ось це запрошення. Ось так, бачите, з рукою вашої руки телеглядачі вже будуть глядачами театру. А все ж таки, дійсно, титанічна робота, побачимо її вже 27 квітня, нагадую усім, о 19 рівно. Білети можна десь придбати чи як? Ну, звісно, є в касі театру можна приобрести, і у менеджерів, адміністраторів, які можуть теж... Отож, звертайтеся, дорогі друзі, а то ми так говоримо, анонсуємо, а як туди потрапити, не розповідаємо. Аж нашим глядачам дякуємо вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії, дуже приємно, завжди
з посмішкою, завжди з хорошими емоціями. Ще раз вітаємо з 15-річчям. Думаю, що це не останній ювілей. А ми нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях була Катерина Мірзаян, хормейстер, лауреат міжнародного вокального хорового конкурсу імені Шаляпіна та Артем Свистун, художній керівник міського молодіжного народного театру «Стук». Дякуємо вам.